Послушайте рассказ Виктора Потанина «Лунные поляны». Читает Александр Голобородько. Машина неслась по самой кромке полей. Мотор работал тихо, почти бесшумно. Машина была новая, сильная. Каждый кусочек стали играл на солнце. А рядом с дорогой поднимались леса. И какие леса! Они тянулись к горизонту тугой могучей стеной, и стене не от конца. Лист на березах повлажнел и набряк, с утра шел дождь. Потом дождь перестал, и вот уже солнце опять горит и беснуется, и все живое ищет тени и ветерка. А трава рада солнцу и дождю. И цветы тоже рады и приподнялись, Потому по обочине мелькает что-то зыбкое, Желтое, голубое. Но Афанасию все надоело. Он сидит за рулем каменно-плотный, сердитый, И всю душу истомили вопросы. Что же с отцом? Почему позвал телеграммы? Может быть, заболел? А может, просто, просто чудит? Афанасий передернул губами и погнал машину быстрей. Жигули свои он любил, да и дорога его всегда успокаивала. Так вышло и сейчас. Машина слегка покачивалась, ныряла, и все тело тоже покачивалось, смирялось, и затихала душа. Но вот и деревня. Она явилась разом, как в сказке. Тепленькая, светлая, в обрамлении берез. Отца он увидел у первых плетней. Надо же, словно бы дожидался. И опять Афанасий передернул губами, потом нехотя сбавил скорость. Теперь машина не шла, а точно подкрадывалась. Но отец уже узнал сына и поднял руку. На лице его остановилась улыбка. И даже издали видно, что она с дальним значением. Ясно, ясно, чудит родитель, подумал с тоской Афанасий и снова разозлился на телеграмму и на отца, и на эту его улыбку. Машина все еще подвигалась. Тогда отец шагнул на середину дороги и шутливо сделал под козырек. Его шутка покоробила сына. Он остановил машину метров за пять и пошел навстречу. Отец смотрел теперь серьезно, не улыбался. Вместо правой ноги деревяшка, пиджачок старый, залитой краской, да и лицо давно все запущено в какой-то сивой щетине. «Плохо за ним смотрит сестра, очень плохо», – подумал сын с раздражением, но сдержал себя и улыбнулся. «А я думал, что ты болеешь». Телеграмма срочная, как на пожар. Но отец точно не слышит, не понимает. И вдруг подмигивает сыну и широко раскрывает руки. «А поворотись-ка!» Афоня, экой ты у меня длинный и вроде не в духе. Ну ладно, я вижу. И, не дожидаясь ответа, подходит вплотную к машине, стучит деревяшкой по колесу. Хороша у тебя кобылка. Ни овса не просит, ни сена. Потом поворачивается к сыну. Хорошо, что приехал. Спасибо. На здоровье. Попробовал пошутить Афанасий, но отец заглянул ему поглубже в глаза. Как здоровьем, жена? Здорово. Никого еще не родили. Нехорошо, Афоня. Человек без детей, как дуб без корней, подхватил на лету Афанасий и достал сигарету. Не дразнись, сынок. Так старые люди говаривали. Зачем звал? Что случилось? Оборвал его резко сын. Он весь налился нетерпением. Эх, Афоня, не надо. На меня и мать твоя не кричала. Его лицо точно обледенело, не дрогнет. Как быстро ты вырос. Как легко мы состарились. Еще что-то хотел добавить, но только махнул рукой. Пока шли к крыльцу, Афанасий терзал себя. И чего он хитрит со мной, отвлекает? А ведь сорвал с места, послал телеграмму. Потолки в комнате были темные, низкие, и Афанасий сразу вспотел и зажмурился. И еще долго не мог прийти в себя, отдышаться. Все казалось, что здесь не было воздуха. Извини, сынок, беспорядок. Не стираю, не мою. Да и гложит меня что-то. Надо бы посоветоваться. Ну, давай перекинемся. Сразу ожил Афоня и сел напротив. Не так быстро, сынок, не галопом. Он прикусил губу и замотал головой. Хохолок на голове приподнялся. Это всегда предвещало ссору или злой разговор, и Афоня ко всему приготовился. Вот и теперь ждал Афанасий такого же. Но отец заговорил спокойно. Что-то Федор Иванович не заходит. Наверное, тебя испугался. Эх, Федор, Федор, мы с ним и ботинки-то делим поровну. Не понимаю, проговорил Афанасий. Дело, сынок, простое. У меня левой нет. У него правую ногу похоронили. А размер-то у нас один. Я, значит, куплю ботинки. А зачем мне два? Я на правую ногу одену, а на левую ему. А потом он идет в магазин. И расход у нас половинный. Ну, теперь ты усек. А как же? засмеялся фанасий и отец тоже вздохнул легко улыбнулся на лице сразу разгладилась кожа но глаза все равно оставались печальными только на миг в них мелькнуло что-то нежное теплое какой-то ветерок пробежал и затих и опять печально и хмуро лицо господи господи до старости дожили еще хочем жить а зачем а куда и хватило бы мне да и федору как ты думаешь, Афоня? Скажи. Сын промолчал, ушел в себя. Ему надоело сидеть на стуле, надоели духота, липкий пот под рубашкой. Он хмурился и покусывал губы. Потом они пили чай. Отец с удовольствием резал белый хлеб, и ломти выходили высокие, пышные. На них мазал тягучий мед. Ешь, сынок, Наводи живот. Свой-то хлеб домашний. Я сам понемногу стряпаю. А что? Чем могу, помогаю. И он смутился, прикрыл рот ладонью. Очень вкусно, сказал Афанасий. Но как же невкусно. В этом колхозе председателем Леня Вотин, моего Федора сын. Да ты его знаешь. Я его еще мокренького на руки брал. А теперь, фу ты, ну ты, хозяин. И какой хозяин, Афоня? Весь колхоз перевернул по-своему, и любят его, конечно, и уважают. Потому и Марию, сестру твою, отправил в эту деревню. Она после института тогда растерялась, а я позвонил. И ее колхоз запросил. Отец улыбнулся, словно вспомнил что-то приятное. Но сестра твоя оправдала. Агроном такой не нахвалится. Только вот ребятишек нет. Чего-то я вам не привил. Человек не дерево. Именно дерево. И ты тоже, Афоня, дерево. И сестра твоя тоже. И все. И за вами надо много ходить, поливать, докучивать. Да ты философ, отец. Все мы, Афоня, вначале философы, а потом приходит время платить долги. Кому? Людям, Афоня. Все им, все им. Вот ты врач, а без врачей нам нельзя. «Куда ты клонишь, отец?» – сказал Афоня опять с беспокойством и отодвинул чай. Ложечка в чашке звякнула тонкий чешский фарфор. «Сколько у тебя, Афоня, было смертей?» «Ну, от твоей руки». Последние слова ему дались через силу, и он начал шумно дышать. А лицо опять побледнело, опало, а хохолок пошел вверх и вот уж он торчит над головой прямым столбиком, словно дразнит кого-то, смеется. У тебя странное, отец, представление. Но ты же хирург, и режешь людей. Вот именно что хирург. Ведь если хирург ошибается, то ошибается не один, иногда подводит даже рентген. Коллективная ответственность, да? Ты зарежешь, а все отвечают. Ты не утрируй и не делай из меня мясника. Если судно в тумане село на рифы, виноват не один капитан. Но в ответе прежде всех капитан, сказал отец хмурым голосом, и еще сильнее побледнел. Я тебе доверяюсь, сынок. Дело наше касается Федора. Этот человек для меня больше брата, больше даже отца, хоть бы с ним погодки. И терять мне его не надо. А зачем терять? Но он словно не услышал вопроса. Только покачал головой и вздохнул. «Мне тяжело, Афоня, но я должен сознаться. Федор меня вынес из боя. На себе вынес. В первый месяц войны наша часть была в окружении. И меня ранил. Осколок в плечо. Мне надо бы застрелиться, чтобы не мучить своих. Но Федя меня не бросил. Так на спине и тащил по оврагам. А потом еще попали в болото. Натерпелся со мной пока не вышли к своим. Отец, я не вижу связи. Причем тут Федя и моя работа? Не спеши, родной, не спеши. Потом мы опять воевали вместе, и потом опять все совпало. Он на протезе пришел, и я на протезе. Потом жен своих схоронили. Ладно, отец, не темни. Что у него, у Федора? Но я еще про войну хотел. Это было в конце 43-го. Потом, потом. Что у Федора? Полагаю, что язва. И такая, что не вылечивают. Только режут такую. В районной больнице от Федора отказались. Сказали, везите в область, там у нас медицина. А вдруг, сынок, у него уж клешнятый. Ты ж, Афоня, хирург. Говорят, уважают. Все верно, верно, сказал он, распев Афанасий и улыбнулся. Горечь сердца стала сползать, и сразу же захотелось ободрить отца и утешить. Знаешь, вези ко мне, Федю, я за него берусь. Так отделаю, что пятилетку протянет, а пять лет проживет, потом еще пять может. Надо бы его поглядеть. Одним словом, твой Федор за мной. Берусь за него по блату. Он усмехнулся, пригладил волосы и подмигнул отцу. Но тому не понравилось. Блад сюда не привязывай. Наше с Федором дело солдатское. Это было, сынок, в конце 43-го. Мы окопались возле лесочка, и вдруг сразу танки. И вдруг поперли тигры и пантеры. Тихонько передразнил Афанасий и посмотрел на отца долгим взглядом. Ему временами казалось, что на отца уже что-то находит и куда-то его несет, и относит, что у него, как у всякого старого, есть теперь свои пунктики и привычки. Все это понял отец, догадался или услышал своим дальним сердечным слухом, и как только понял, так сразу сбился и замолчал. Не надо, отец. Я уж все знаю, честное слово. Ну что ты? Еще потом приеду, расскажешь. А сейчас, извини, устал я. Ладно, Афоня, устал ты, такую дорогу ехал. Да сколько бензину сжег, не оплатишься, уж прости, сынок, не подумал я. И с телеграммой нехорошо, не усложняй, отец. Но тот ничего не слышал, щеки у него вытянулись и совсем почернели. И рубцы на них тоже вытянулись и пошли в глубину. И все лицо теперь было в сплошных рытвинах и ухабах. А по этим ухабам двигались бисеринки, все вниз, все вниз к подбородку. Он плакал открыто. Не закрывался. И это было совсем печально. Потом перестал на миг и посмотрел на сына. У вас там работает Николай Журавлев? Есть такой? Николай Степанович. Главный врач областной больницы. Ты что, следишь за ним по печати? По печати, сынок. И народишка наш поговаривает. Очень довольны им, очень довольны. Кого резал Журавлев, все потом на своих ногах. Никого нет покойничков. Да, Журавлев, хирург классный. Правда, состарился, тихо сказал Афанасий и замолчал. Тишина была длинной и какой-то тяжелой и в ней уже двигалось что-то плохое, живое. И она уже совсем не соединяла их, а наоборот разъединяла, и сын мучился этим и искал утешение, но была только боль. Ты знаешь, Афоня, мы с Журавлевым были на одном фронте. Ну что? Поднял голову Афанасий. А то, сынок, что все мы однополчане. Вот и Федор, значит, однополчанин. Если можешь, то свяжись с Журавлевым. Попроси, ради бога, за Федю. Так, мол, и так поспросят однополчане. О чем отец спросит? Чтоб сделал Журавлев операцию. Такому я доверяю. И за Федю буду спокоен. Один ведь у меня Федя. И опять лицо заходило, задвигалось, а хохолок на голове приподнялся. А мне, значит, не доверяешь. Усмехнулся зло Афанасий. Потом он стал чиркать спичкой, чтобы прикурить, но никак не мог зажечь ее. А когда зажег, то уже не мог прикурить, то ли забыл, что хотел, то ли ушел в себя, потерялся. Значит, не доверяешь. Не в этом дело, сынок. Я хочу, чтоб надежно не в этом дело, передразнил Афанасий и сморщил лицо. В комнате потемнело, за окном давно вечер, и золотые волосы его потемнели. Не дразнись, сынок, сказал отец чуть слышно. А если тебе тяжело к Журавлеву, я сам к нему съезжу. Прямо в ноги паду за Федю. Я не гордый, не спесивый. И фронтовику твой врач не откажет. А еще скажу, что сильно веселый нынче Федор Иванович. А раз веселый, значит, дело табак. Надо спасать человека. Надо, надо. – заворчал Афанасий. Она а мой вопрос не ответил. А я не помню вопрос это. Я уж старый. Все сейчас забываю. Он с усилием приподнялся и встал в полный рост. Потом медленно подошел к окну. Деревяшка постукивала. И в этом стуке тоже назидание, тоже укор. И Афанасию стало совсем тяжело, как будто прошел километров сорок без отдыха, и теперь сердце еще стучит от усталости, и все тело тоже разбухло, налилось чугуном. Афонь, чего молчишь? Но он только пожал плечами, как будто давила рубашка. Афонь! И тогда сын вскипел. Что все, Фоня, да Фоня! Тоже имя придумали. Значит, не доверяешь соседа. Хорошо. Я договорюсь с Журавлевым, но только, только потом к тебе. Не ногой. Он приподнялся и включил свет. И сразу же волосы у него подернулись золотом. А в глазах блеснуло что-то бойкое, детское. И опять отец на него засмотрелся. И сделалось ему Хорошо. Но Афанасий был настроен решительно. «Ты понял меня? Не ногой!» «Я понял». «Но правильно! Что тебя задело? А то совсем уж!» Он отошел от окна и осторожно присел на скамеечку. Ноги вытянул далеко, а руки скрестил на коленях. «Не сердись, сынок. Просто я хочу, чтобы он пожил. Да и заслужил сильно, Федя. Это было в конце сорок третьего». И вдруг поперли тигры и пантеры. Засмеялся сын и посмотрел на него снизу вверх. И в этом взгляде была насмешка. А лицо побледнело, и на скулах появилась краснота. И скоро краснота эта пошла на шею, а на щеках превратилась во что-то пунцовое, яркое, как сильный ожог. Почему не даешь рассказать, сынок? А почему ты мне не веришь? И почему унижаешь? Разве я виноват, что не сидел с тобой в том окопчике? Но сейчас другое время. Другое, согласился отец. Но только тот окопчик не трогай. За него, сынок, дорого заплачено. А, -а, -а. ладно, махнул рукой Афанасий, и лицо его выразило страдание. Он решил, что сейчас выйдет на улицу и пойдет куда нибудь, лишь бы идти, лишь бы не слышать назиданий и укора, лишь бы вдохнуть в себя свежий вечерний воздух, освободиться от этого потолка, этой комнаты, освободиться и забыть, забыть обо всем. Так значит, о Журавлеве договорились? Как ты, сынок? Считай, что договорились. Но только это отец, обида. Я ведь тоже хирург. Значит, все же не доверяешь. Спросил Афанасий спокойно и устало зажмурился. Болело сердце, затылок и совсем не было сил. Не сердись, сынок, я уж старый, я уж ни к черту. Но мне нельзя терять Федю. А зачем терять? Во-во, незачем. И вдруг с отцом что-то случилось. Он быстро поднялся, почти вскочил, и забегал по комнате. И движения его были резкие, сильные. Деревяшка снова постукивала, но теперь уже как-то весело, как будто отплясывала, и лицо разгорелось. Потом остановился и подошел близко к сыну. Ты прости, дурака. Я попытать тебя сдумал, но ты-то... Ох, какой молодец, Афоня! Обида, говоришь тебе? Обида! Не понимаю. Потом поймешь. Все потом. Он суетился и опять заглядывал в глаза сыну, еще хотел что-то сказать, но не решался. И тогда положил на плечо сына руку. Ты бы хоть погулял, то сидишь тут, угорел в духоте. А ко мне зайдет Федор или сам навещу, а дом не закрою. Афанасий вышел в ограду, потом на улицу. В голове гудело, и нервы были как струны. Он шел медленно, не разбирая дороги. В висках постукивало. И было странно. Неужели тот смешной человек, который все суетился, пытал его и стучал деревяшкой, это и есть его кровь, его отец, его самое дорогое. Нет, здесь что-то не так. И все-таки было жалко. Было жалко отца и одновременно обидно. Но как исправишь? И разве исправишь? А вокруг смеркалось, ходили тени, и там, где днем сияло чистое и огромное небо, теперь бродило что-то зыбкое, молочное что-то живое. Молоко звенело и на земле. И по всем оградам, загонам мычали коровы, призывая хозяев. И молоко кружилось, и пенилось, и заливало подойники, и во всех оградах кто-то смеялся, переговаривался, и отовсюду шли густые, знобящие запахи, и они застилали голову, таяли. И только сейчас Афанасий вздохнул в полную грудь. Потом посветлело, и все обозначилось, и дома, и деревья, и дальняя изгородь. Он поднял голову. Это вышла луна. Она висела холодная, чистая и какая-то бледная до синевы. Потом ее снова закрыло темное облако. Наступил самый главный таинственный час – в домах уже зажгли электричество, а воздух на глазах изменялся. Он был уже такой плотный и обволакивающий, что прямо давил на лицо, на руки, на волосы. И шло от него скрытое большое волнение, и томили предчувствия. Афанасий закурил, постоял на месте. И опять стало грустно, печально, как будто у него умер кто-то из близких. И обида на отца росла, расширялась, и было стыдно. Отец разговаривал с ним, как с мальчишкой. И зачем приплел этого журавлева? Но ведь ясно, зачем. Ну и пусть не заплачем. Но чем сильнее он уверял себя, тем сильнее ему хотелось заплакать. Никто не знал, что с ним случались такие минуты. А ему бывало так беспомощно, как бывает с нами только в далеком детстве. И тогда слезы лились и лились беспричинно, и хотелось думать о себе, как о самом несчастном. Заснуть бы и не проснуться. Вот и сейчас такое с ним повторилось, и он слышал, чувствовал, как его распирают слезы, и решил повернуть обратно. Вот возьму сейчас и уеду, и уеду, уеду. Убеждал он себя и жадно курил. А деревня еще не заснула. Во всех почти окнах горело тихое голубоватое пламя. То работали телевизоры. Афанасий шагал теперь крупным, уверенным шагом. Ему хотелось посидеть у воды, отдохнуть. Сразу же за деревней было озеро. Вот и манила вода. Озеро лежало рядом с последним домом. Оно было широкое, круглое. Вода блестела под лунным светом. На той стороне росла густая черемуха. В перемешку с ней попадались березы, кустарники. Афанасий знал это по прошлым приездам. Сейчас черемуха отцветала, отдавая прощальные запахи. Потому он так спешил и на что-то надеялся. Может, просто звала душа успокоиться. И он покорился душе. Луна сияла теперь широко и уверенно. И лунный свет над водой казался серебряным, даже больно глазам. Он подошел к самой воде, огляделся. Вокруг пусто, ило. Далеко в деревне перекликались собаки. Он хотел присесть на траву, но раздумал. Потом выбрал место под старым сломанным деревом. Здесь уютно, как в домике. Он зажмурил глаза и вздохнул полной грудью. И в тот же миг услышал что-то незнакомое, странное. Потом понял, что это пение, но все же не было полной уверенности, а звуки все дробились и таяли, и вместо них поднимались другие, и все это томило, укачивало точно во сне. Иногда эти звуки куда-то проваливались, пропадали. Потом опять возникали и уже были лучше, чище, сильнее. Так это же соловьи! Вдруг дошло до него, и он затаил дыхание. И сразу пение усилилось. И в тот же миг он услышал черемуху. Ее терпкий, дурманящий запах, наверное, приходил к нему по воде, и сейчас, ближе к полночи, цветы отдавали всю силу, энергию, словно прощались с кем-то или наоборот встречали. Афанасий вытягивал далеко лицо и прислушивался, и сейчас это пение как-то слилось с черемухой и душа затихла, прилегла. Он закурил опять, и в это время раздались голоса, и сразу шаги. Афанасий заглушил сигарету и притаился. Говорили громко, с большим волнением. Один голос он сразу признал, да и с кем отца перепутаешь. А другой голос, широкий, басистый, он тоже слышал когда-то. Они были рядом, остановились. Вначале он хотел окликнуть отца но сразу раздумал, что-то его сдержало. Может, обида. Ночь-то какая, Коля. Не могу надышаться. Это говорил чужой, не отцовский голос. Афанасий вспоминал. Ночь-то какая досталась мне. Опять восхитился голос. Главный мой наказ тебе будет один. Ты слышишь? Да слышу. – сказал чуть слышно отец, и Афанасий сразу представил его глаза, даже тот хохолок представил. И опять жалко и горько, так горько. Если умру там, Коля, то в городе не оставляйте. Привезите под наши березки. А медали мои фронтовые все письма передай в школу директору. Ребятишки меня любят, я у них выступаю. Голос-то поднимался, то падал почти до шепота наверное, мешало волнение. Потом совсем голос остановился, и сразу отец. Вот что, Федя, дорогой Федор Иванович, не к лицу тебе по петь. На фронте я такого не знал за тобой. Не знали и командиры наши. Съездишь туда и вернешься здоровый. У Афони моего рука крепкая. У него еще никто никогда не помер. Никто, Федя, никто. Вот дает, старик подумал Афанасий с усмешкой. Ну, какая там у меня рука? Че он придумал? Значит, согласился сын на меня. На тебя, на тебя, передразнил отец. Разговор вышел тяжелый. Ну, я сперва его попытал, про другого врача позакидывал. Ну, и обидел, конечно. Убежал Афоня куда-то, переживает. Не доверяешь, мол, мне? Не веришь? Зачем ты, Коля? Зачем ты так по-худому? И сын все же. Одна с тобой кровь. А я ему записку оставил. И наказал, чтоб сам тебя оперировал. И чтобы все по-хорошему. На все, понимаешь, сто. А не откажет? Опять спросил голос и замер. И в этот миг ударили соловьи. Они сорвались точно с горы и запели шальной удалью, бесшабашно, точно были теперь на свадьбе, на какой-то счастливой гулянке и забыли обо всем, обо всем, и только пели, пели, пели. Слышь, Федя, ты слышишь? Слышишь? Эти птички меня отпевают. Да брось ты, Федя. А он не откажет. «Не, ни за что. Наоборот, разозлил я его, обидел, а он в обиде-то сильно хорош. Так как делает тебя, что приедешь, как после баньки, приеду, конечно, приеду и стану тут помирать». Да, «Да брось ты свою чихню! Афоня мой не позволит! И не таких поди вручал!» Афанасий улыбнулся в своей засаде. Ну, родитель, прямо векселя раздает. И стало легко. Голова уже не болела и дышалась свободно. И обида, та большая обида, все уходила куда-то и уходила. И он опять зажмурил глаза, и все тело стало исчезать, исчезать куда-то и полетело, как в полусне. И он бы, наверное, задремал, но снова ожили голоса. Ты меня, Коля, не пеленай. А хоть бы и что-то. Ведь пожил я. Кое-что повидал. О, как птички кричат. И чего они выпивают. А я тоже заслушался. И не надо бы там березы рубить. А то в войну, говорят, не рубили. А теперь как одурели. Не ворчи, Коля. А то много ворчим все. Состарились. Ну ладно, ты состарился, а я не состарился. Отец почему-то вспыхнул и постучал деревяшкой. Под ней хрустнула ветка, и отец сразу одумался: Ты не обращай на, на меня. Какой-то горячий я, то ли нервишки, а я не обращаю. Давай-ка присядем, а то я устал. Вот и газету припас. На газету и сядем. Ох, Федя, Федя, ты у меня вечно за няньку. Кто у нас ботинки-то в прошлый раз покупал? Ты, Коля. Ты? Ну, хорошо. Вот придешь из больницы, так сразу тебя в обувной и пошлю. Отец засмеялся и зашуршал газетой. Ты меня, Коля, не утешай. Я не старайся. Я все понимаю. И все может быть. Так что давай-ка, на всякий случай, обнимемся. А я не хочу, не хочу, подал снова голос отец. Но потом, видно, не выдержал и притянул друга за плечи. Афанасий слышал, как они тяжело задышали, как отец притворно заохал, как его друг запокашливал. И опять успокоились. И снова ожили птицы. Они кричали теперь протяжнее, тише, наверное, устали. По воде шли дороги, дорожки, луна сияла весело и была точно живая. Господи, кто же это все придумал, да на землю поставил? Вот живешь, живешь, и все мало, и все не хватило. А ведь не в масле же мы с тобой, Коля, катались, не в масле. Ну вот, заворчал. Э, нет, не ворчу. Вот ты родного сына обидел, какую-то записку выдумал. А до этого, поди, накричал на парня, не надо. Не трави душу. Мне и так что-то муторно. Вот-вот. А то больно горяченький. И все же, Коля, давай встанем на ноги, да по фронтовому обнимемся. Помнишь, как в сорок третьем-то? Помню, помню, сержант. Отец встал медленно, а тот уже был на ногах. Афанасий не выдержал и приподнял голову. Отец лежал у Федора лицом на груди, и лопатки у него подрагивали. Ну, хватит, Коля. И на всякий случай прощай. Ты такого не говори. Отец сразу отпрянул от него и застучал деревяшкой. Не говори при мне, не позволю. Ладно, ладно. Только есть к тебе одна просьбишка. Давай походим по берегу, да помечтаем. А зачем? Да не бойся, не вздрагивай. Дело-то будет маленькое. Есть тут недалеко полянки. Две полянки мои. Там я... И жену спою, повстречал. Сегодня с тобой побродим, а завтра уж по больницам. Они прошли в двух шагах. Еще немного прошли, и отец заворчал. Нет, давай остановимся. Что-то сердце покалывает. Как шагнешь? прямо шипом, вот вот меня гонишь в больницу, а сам того хуже. Вот приеду, поговорим. Приедешь, Федя, приедешь, сказал отец возбужденно и засмеялся. Ну, показывай, давай. Где поляны-то? А вон, Коля. Вон. Лежат под луной, да полеживают. От чего им? и отец снова зашагал вперед. Афанасий поднялся из-за укрытия. Они были уже далеко и шли теперь, обнявшись. Потом их спины слились в одну, и он услышал голос отца. По гуляет, по гуляет. И сразу ему подпел протяжный, сильный басок Казак молодой. Афанасий теперь стоял в полный рост, улыбался. Стало легко, как в детстве. Вы слушали рассказ Виктора Потанина «Лунные поляны». Читал Александр Голобородько.